Всем привет, с вами Информ-ТВ. Перед Менгел из Тонка, которую и сегодня называют одной из самых загадочных постсоветских актрис, которые рождаются раз в 100 лет. Откуда появилась эта девушка и куда исчезла, неизвестно до сих пор. Девушка-загадка стала актрисой одной роли, но запомнилась всем надолго. Режиссер фильма «Сердца трех» долго искал космическую девушку на роль Акатавы и остановил свой выбор на Перет. Девушка очень плохо говорила по-русски, поэтому озвучку ее героини доверили другому человеку. Сама же Перет была замкнута на площадке и почти ни с кем не общалась. Именно поэтому исполнительница главной роли Алена Хмельницкая в одном из интервью поделилась своими воспоминаниями по поводу эстонки. Цитата. «Такая она была странная девушка, очень плохо говорила по-русски и очень не любила нас всех», — говорила «эти противные русские мальчишки». А Вовка Шевельков ее очень боялся, потому что там есть сцена, когда он спит, а она над ним с кинжалом. Так вот, он опасался, что она может сделать это на самом деле. Съемочная группа также поговаривала, что за кадром девушка делилась своей жизнью с другими актерами и по секрету рассказала, что она является внучатой племянницей Йозефа Менгеле, крайне отрицательной фигуры нацистской Германии. В общем, создавала загадку вокруг себя. Некоторые источники утверждают, что заместитель режиссера нашел Перет в период ее отдыха на побережье Крыма. Однако другие говорят, что она имеет актерское образование, которое получила в Таллине, а роль Акатавы – это не первые ее съемки в кино. До этого она участвовала в массовке фильма «Человек с бульвара капуцинов». Как только закончили съемки фильма «Сердца трех», Менгел как в воду канула. И до сих пор никто ничего о ней не слышал. Нельзя сказать, что кто-то безумно сильно ей интересуется и ждет возвращения на экран, но поиск актрисы-загадки, которая исполнила роль Акатавы, перерос в игру «Найди Перет». Создаются даже специальные сообщества по поиску Менгел, и в них периодически проскакивают сообщения от людей, которые якобы знают бывшую актрису. Они-то и рассказывают, что она работает врачом в Таллине, а другие говорят, что живет в Италии и вышла замуж за миллионера. Был случай, когда самые активные почитатели Перет обратились в программу «Жди меня», однако им отказали в помощи отыскать эту девушку-загадку. Хотя если заглянуть в Facebook, то там есть одна женщина, у которой стоит 69-й год рождения и зовут ее Перет Менгел. Место жительства – Италия, однако работает она фотографом. Возможно, это и есть наша пропавшая Акатава. А как вы думаете, посмотрите на фотографии, есть ли сходство? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!